Доброго здоровья, дорогие друзья! С вами Алексей Маматов и школа долголетия. Мы помогли уже больше, чем миллиону человек восстановить здоровье, обрести легкость движения и улучшить качество жизни без таблеток и без операций. И в этом видео я хочу поделиться с вами советами, как же заснуть за 2 минуты. В самом деле, как? Для начала давайте вспомним, а как дышат люди, у которых нет проблем со сном. Самые маленькие люди, младенцы. Медленный плавный вдох, задержка дыхания. Медленный плавный выдох, задержка. Медленный глубокий вдох, задержка. Медленный выдох, задержка. Хотите, зайдите в комнату, где спит настоящий младенец, немножечко подышите вместе с ним, чтобы было понятнее, и через некоторое время, скорее всего, вы сами почувствуете желание заснуть. Ну, либо опирайтесь на мои слова и попробуйте просто растягивать дыхание так, как я сейчас рассказал. Медленно идет вдох, задержечка, медленно идет выдох, задержечка. Второе. Помним то, что у нашего мозга должна быть только одна программа, когда мы попадаем в постель. Постель – это место, где спят, и точно не место, где едят, читают или смотрят сериалы. Используем постель по назначению, тогда мозгу будет проще погружать нас в сон. Третье. Соблюдаем режим световой и шумовой гигиены. Шторочки плотные, в идеале blackout. Если идет шум с улицы, можно использовать беруши, а на глаза можно использовать повязочку, полотенце, либо что-то еще подобное. Мозгу тогда засыпается сильно легче, особенно если мы ложимся спать в одно и то же время, особенно если мы выключили гаджеты, есть еще проверенные наблюдения. Чем дальше от постели находится гаджет, как источник беспокойства, тем быстрее можно погрузиться в сон. Как правило, у проблем со сном имеются эндокринные причины, поэтому, чтобы удвоить пользу от этого видео, переходите по ссылочке внизу, пользуйтесь моей открытой бесплатной программой по нормализации гормонального фона и получайте удовольствие и от сна, и от бодрствования. Понравилось видео, ставьте лайк. Впервые у нас подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие полезности. С вами был доктор, а для многих теперь уже антидоктор, Алексей Маматов и школа долголетия. Сладких снов, друзья!